показываю, как будет. Огромная толпа участников этого необычного мастер-класса старается повторять за наставником. Многие стесняются. Но в таком виде спорта, как акробатический рок-н-ролл, непозволительно смущаться. Энергия в движениях, широкая улыбка и четкое следование ритму. Вот на чем строится хорошее выступление, отмечает руководитель урока Иван Юдин и его напарница Ольга Сбитнева. Самая титулованная пара планеты приехала помочь продвинуть рок-н-ролл в Приморье. Каждый приезд Ивана с Ольги для нас очень значим, потому что эти люди прилетели почти 2 года назад первый раз. Первый раз показали рок-н-ролл, провели мастер-класс, первые мастер-классы. И с этого у нас началось день рождения, разрождение рок-н-ролла. Урок от именитых спортсменов прошел в рамках целого фестиваля акробатического рок-н-ролла в кампусе ДВФУ. Здесь любой желающий мог узнать об истории и основах этого вида спорта, а затем и увидеть наглядную презентацию от опытных коллективов. Но самое главное, участники могли всего за час вместе с многократными чемпионами мира и Европы выучить короткий номер с нуля. В нем энергию рок-н-ролла прочувствовали одновременно более сотни новичков. Достаточно много народу, кто сегодня вышел, да, не испугался и танцевал. И это очень приятно видеть, потому что мало когда так бывает, что так много народу выходит и танцует. Да, то есть здесь в Приморье на самом деле достаточно открытые люди, и это хорошо. С точки зрения развития рок-н-ролла это легче. Один из лозунгов всего фестиваля и самого вида спорта – «Мы учимся летать». Местная федерация рок-н-ролла действительно только начинает набирать обороты. Ей всего около 2 лет. Однако уже за такой короткий срок в Приморье успели появиться свои юные звезды, подающие большие надежды. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на 8.